Автобусы, троллейбусы, маршрутное такси – тот вид общественного транспорта, которым активно пользуется население. В областном центре люди постоянно куда-то едут – на работу, в магазин или домой. При этом пассажиров не сильно пугает ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Это немного удивительно, но это факт. Совершенно ничего не боюсь. Я считаю, что все должны знать о том, что происходит. Но на таком уровне, чтобы поговорить со своей семьей, чтобы обезопасить свою семью обязательно – со своими детьми, что нужно делать для того, чтобы избежать. Каждый себя бережет по-своему. Я соблюдаю меры предосторожности. Обязательно вот по приезде обрабатываю руки антисептиком. И, конечно, и учим своих детей этому. Но сейчас такая обстановка неблагополучная. Но я думаю, что мы справимся. Позитивный настрой и спокойствие – это, конечно, хорошо, но не стоит забывать о профилактических мерах. Они сейчас являются одним из самых эффективных способов не допустить распространения коварного вируса COVID-19. Об этом знают в Брестском автобусном парке, а потому проводят дезинфекцию в каждом салоне транспорта. Ручки, поручни, ремни – все, с чем соприкасаются люди, тщательно обрабатывается. На каждой конечной остановке обязательно проветривание. С начала марта мы проводим дополнительную дезинфекцию салонов автобуса. Дезинфекция проходит следующим образом. Отданы приказом люди, проведены инструктажи, закуплен дезраствор и полностью обработка салона проходит полностью. Не только поручни там или сиденья, а полностью. Для того, чтобы исключить возможность, скажем, наличия какого-то вируса в салоне. Для того, чтобы качественно провести уборку и самим не заболеть, работники используют защитные костюмы и маски. Каждый уголок салона нужно обработать. Без внимания не остается ни один сантиметр не только автобуса, но и троллейбуса. В троллейбусном парке график работы начинается с 5 утра и заканчивается в 1 часу ночи, а значит, пассажиропоток у них выше и интенсивнее. Дезинфицировать нужно не только внутри, но и снаружи. Согласно технологического процесса, все троллейбусы, выходящие на линию, ежедневно убираются. Происходит мойка кузова снаружи с применением моющих средств и добавлением перекиси водорода. Также после этого происходит уборка салонов троллейбуса. Протирка поручней, компостеров, сидений с применением моющих средств, а также добавлением антисептика. Профилактика включает в себя и соблюдение правил личной гигиены, потому как любые, даже самые эффективные меры не помогут, если мы сами будем слишком беспечны. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.